Ежегодно по всей России в самый волшебный праздник исполняют тысячи желаний детей. Ульяновская область традиционно становится участником акции «Елка желаний». Общественники, политики, спортсмены и все неравнодушные жители региона исполняют мечты ульяновских ребятишек и детей с новых территорий, присоединенных к России. Сегодня мы даем старт всероссийской акции «Елка желаний», в которой могут принять дети от 3 лет до 17 лет, дети особых категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родительства, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, чьи семьи участвуют в специальной военной операции. Заветные желания ребятишек с елки снял губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Желание девочки Олеся, город Ульяновск, 7 лет, мечтает о подарке и сюрпризе. Обязательно выполню и уверен, что девочка Олеся будет очень рада. Следующее. Девочка Камилла, 15 лет, город Демидовград. Мечтает о кольцевой лампе и еще мечтателей. Понятно. Будем думать, будем креативить, будем исполнять. Так, и мальчик Доминик, Луганская Народная Республика, Латугина, 3 года, мечтает о подарке и сюрпризе. С момента приема заявок получено более 200 обращений. Семьи, отправившие заявки, проверяют по критериям, смотрят и сами желания, чтобы исключить те, которые невозможно воплотить в реальность. Исполнять мечты детей будут до 24 февраля и постараются угодить максимальному количеству малышей. Желания, конечно же, различного характера носят. Самые интересные желания – это поездки в какие-то регионы, посещение каких-то очень интересных наших исторических мест, посещение наших передовых предприятий. Поэтому характер варьируется от подарка-сюрприза до конкретных каких-то просьб от детей. Исполнить заветное желание может любой неравнодушный ульяновец. Для этого необходимо зайти на сайт «Елка желаний РФ», выбрать «Стать исполнителем желаний» и заполнить небольшую форму. После этой процедуры вы получите информацию о мечтателе, его подарке и как его передать. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.